Жители Одессы несут цветы и свечи к зданию Дома профсоюзов, который в пятницу стал центром беспорядков, стоивших жизни 46 человек. Суббота, воскресенье и понедельник объявлены в городе днями траура. По всей стране объявлен двухдневный траур в память о погибших в Одессе и в ходе силовой операции на востоке Украины. Уволен со своего поста начальник Одесской областной милиции. Украинская прокуратура обвиняет одесских правоохранителей в преступном бездействии. Арестованы 170 участников беспорядков. Киев и Москва обменялись чрезвычайно жесткими заявлениями, обвиняя друг друга в провоцировании насилия. Провокации, которые имели место 2 мая в Одессе и привели к столкновениям и массовым жертвам среди людей, произошли в результате внешнего вмешательства и были профинансированы бывшими высокопоставленными лицами из правительства Януковича. События с участием незаконных военных формирований с территории непризнанного Приднестровья координировались диверсионными группами из Российской Федерации. Трагедия в Одессе, когда националисты и радикалы явного попустительства властей заживо сожгли безоружных людей. Власти, которые находятся в Киеве, они не просто несут ответственность за это преступление, но и являются соучастниками этих преступных действий. Столкновения между сторонниками и противниками федерализации вспыхнули в пятницу вечером. Сторонники укрылись в Доме профсоюзов. Обе стороны забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью, отчего здание загорелось. Вова, подожди.